Расследованием крушения Ан-26 в Сирии займется специальная комиссия Минобороны России. Она изучит все возможные версии произошедшего. Вероятной причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В военном ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит. Сегодня российский транспортный лайнер Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы.